мальчики, у которых не было конечностей, у которых были повреждения, которых сразу мои мирные врачи стали оперировать. Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Они... На грязных бушлатах. Плесень, везде сырость, вон потеки мокрые.